Так, какая у нас проблема? Печка греет плохо. Вот сейчас я включу печку. Поставлю на 4. Сначала воздух у нас теплый. И постепенно, через полминуты, через минуты, становится холодным. Значит, у нас печка, радиатор печки забита. Поставлю термометр, посмотрим, сколько она будет показывать. Машина у нас Volkswagen CC 2009 года выпуска. Вот воздух стал холодный. Посмотрим на термометре. 26 градусов, 27. На улице 11. Когда будет мороз, при движении будет очень плохо. Это значит, что с большой вероятностью нужно почистить или менять радиатор печки. На Golf 3 радиатор печки стоит в очень неудобном месте. И приходилось снять вообще весь торпеду, чтобы поменять радиатор печки. А тут посмотрим, как она. Там можно легко снимать или нет. Вот когда я сижу вот здесь, да, вот тут прогревается, прогревает теплый вот здесь. Это значит, что где-то радиатор печки вот здесь находится. Постараемся снять ее и посмотреть, продувается она, забита, или лучше промыть, или поменять. Давайте попробуем, получится ли снять печку, радиатор печки, без снятия торпеды. Если есть такой набор ключей, это уже хорошо. Но можно и обойти без них. Сначала вот тут снимаем вот такой болтик. А потом вот тут, чтобы снять эту обшивку, вот тут вот так тихо-тихо давим вниз, чтобы не сломаться. Осторожно. Вниз. Вот так. Вот так тянем вниз. Тут еще есть болтики. Раз, два, три. Три. Вот это придется снимать или нет, не знаю. Ну, посмотрим. Сначала снимем этот бардачок. Вот тут у нас есть вот такая пластмасса, которая мешает снять бардачок. И ее нужно подавить, по-моему, внутрь. Тихо-тихо, чтобы не сломаться. Освободилась бардачок. Потом. Но сняли. Отлично.
Вот тут еще мы сняли уже 3 болтика снизу. Постараемся этот панель тоже снять. Короче, о, защелка есть. Вот здесь, значит, о. Есть тут какая-то проволока. А, понятно. Вот это, да, выход для кабеля. Выход для кабеля. Я так понимаю, что здесь должны быть защелки. И нетрудно будет снять вот эту. Ну, когда мы снимаем чего-нибудь, кабель или что-то электрическое, лучше всего вынуть ключ. Может быть, лучше будет еще снять клемму от аккумулятора. Но это я точно не знаю. Когда мы разъединяем какие-то провода, наверное, с большой вероятностью у нас появится ошибка. Ошибка. Но если у нас есть кабель, да, эту ошибку можно будет снять потом. Пока у меня кабель нету. Жду из Китая. Когда получу, да, сделаю видео, как она будет работать. Короче, снимаем сначала вот это, потом каким-то выходит вот это. Отлично. Сейчас снимаем этот кабель отсюда. Переворачиваем. И вот тут есть две защелки. Вот мы уже сняли эту пластмассовую защиту. Оказывается, вот тут есть 3 защелки. Вот здесь и вот здесь. Нужно их ставить и тянуть потом проволоку отсюда вот так. Этот пластмасса вынимается. Так, вот тут я уже снял здесь пластмассу, и видно, что если целиком снять вот эту часть, да, нужно вообще снять весь торпед, вот здесь припаяна пластмасса. Так что, друзья, по-моему, нужно переходить на план Б. А в чем состоит план Б? Вот наш радиатор печки должна, по всей вероятности, стоять вот здесь, внутри. Нужно снять вот эти болтики, вот эти пластмассу. Нужно еще освободить вот здесь пространство, вот это нужно снять. Чтобы вот это снять, вот тут у нас имеется болтик. Сейчас освободим вот здесь все. И постараемся вынуть радиатор без снятия вот этой части. Посмотрим, что у нас получится. Вот снял только 1 болтик, и эта часть сам вывалится. Идем дальше. Сейчас снимаем вот эту пластмассу. Вот 1 болтик видно тут, второй тоже видно. Ну, там видно еще болтики. По-моему, 1 еще сверху есть. Снимем тоже. Вот.
Вот снял эту пластмассу. Она сидит на три болтиках. Вот здесь и две внизу. Но потом, как я буду прикручивать это, в конце работы, не знаю, верхний болтик. Трудно там добраться. Эта пластмасса, наверное, нужна здесь для того, чтобы летом не чувствовалось на ноге чтобы не горячо было. Удерживает тепло летом. Вот и наш радиатор печки. Вот там есть две хомутика. Хомутики легко открутить, но там видны, что уплотнительнее есть для уплотнительные резинки сидят. Нужно отодвинуть эти трубки и те трубки. И потом легко снимется этот. Но как это сделать? Радиатор невозможно отодвинуть вот этой, вот на этой стороне, а те трубки, наверное, невозможно отодвинуть туда, чтобы разъединить вот эти трубки. Короче, давайте посмотрим, что там под капотом происходит. Снимаем эту трубку. Трубки, которые входят в радиатор печки. Там есть один шурф. А тут еще одна гайка. Откроем, снимем эту алюминиевую панель и посмотрим, что там внутри происходит. Потом, конечно, трудно будет прикручиваться, но посмотрим. Вот, ребята, я отсоединил шланги. Зачем вообще я отсоединил эти шланги, не знаю пока. Но ищу подлодные камни, если чего-нибудь там. Вообще не питайтесь отсоединить эти шланги, если нету специальные инструменты. Вот такие, вот такие. Желательно вот такие. Короче, идем дальше. Вот я ослабил входные здесь трубки. Лучше будет там внутри работать, чтобы разъединить внутри там трубки. Оказывается, вот там есть вот такой болтик. Снял его. Снимается вот таким инструментом. Номер инструмента. Т10 или что-то не знает как. Ну, короче, Т10. Инструментом она снимается. Так, но если хотим добраться до этого болтика, нужно еще снять вот эту. Вот эту штуку. Вот это снимается. О, она сидела здесь. Там внутри есть вот такой страховщик. Вот такой страховщик. Надевается вот здесь. Вот здесь снял сначала вот это, снял. А потом... легким выдергиванием этого пластмасса вот так по трубника вот так на себя тянем и выходит. Но у меня случилось тут беда. Я сломал вот тут
трубка пластмасса была. Вот тут была трубка пластмасса. Ну, не страшно. Здесь чуть-чуть посверлим и поставим. Поставлю вот такой, поставлю там. А потом шланг обыкновенно там будет надеваться. Короче, перемещаемся внутрь салона. Так. Подложим вот тут тряпочку, чтобы не намочить от остатков антифриза пол, ковер, там электрошнурки. Приготавливаем себе на всякий случай вот такую бутылку и снимаем вот здесь болтики, а потом постараемся разъединить вот эти шланги. Но так как я понимаю, внутри вот здесь должны быть уплотнительные резинки, и не так легко будет это сделать. Да, труднодоступное место. Да, внутри еще там, кому интересно, есть сервоприводы. Один и второй там. Трудно до них добраться очень. Но эти сервоприводы отвечают за открытие заслонок. И когда из одной стороны дует холодный воздух, а с другой теплый, чаще всего причина сервопривода. Ну, здесь, как я знаю, две штуки. С той стороны еще есть, с другой стороны еще есть. Ну, как покажет диагностика, может быть, нужно будет снять вот эти отсюда и почистить их. Ссылку, как чистить, я оставлю под видео, кому интересно будет. Вот и разъединил эти трубки. Ну, лучше будет, если два человека работают и помогают друг другу. А ты сначала с ножиком или отверткой вот так здесь расслабляем. А потом один человек один будет отсюда дергать вот эти трубки, патрубки, вот так дергать и чуть на себя. И там внутри разъединились эти трубки. Ну как соединить потом, не знаю. Но думаю, получится. Так, сейчас вытаскиваем радиатор печки. О, выходит. О. Ура, товарищи. И какой он маленький. Вот уплотнительные резинки вот тут. Обработаем потом эти поверхности, которые я испортил ножиком, чтобы хомуты здесь хорошо сели. Сейчас начинаем промывать этот радиатор. Можно, конечно, и заменить. Но постараемся промыть.